В этом году участниками слета стали более 100 школьников из городов-спутников атомных станций Десногорска, Удомли, Курчатова, Волгодонска, а также из Смоленска, Москвы, Брянска, Республик Беларусь и Чувашия. Традиционно открытие военно-патриотического слета Отечества проходит накануне Дня памяти и скорби. Сегодня вы собрались здесь, чтобы своими результатами доказать, что вы достойное поколение ваших дедов, прадедов, защищавших наше Отечество. Участники слета проведут вместе 10 летних дней. Их ждет насыщенная событиями жизнь. Исполняющий обязанности главы города Александр Новиков уверен, что ребята проведут это время с пользой. Вот здесь стоит 10 команд. И как показывает опыт предыдущих 10 подобных слетов, к концу данного слета, я уверен, вы будете одной единой командой. И для того, чтобы это случилось, необходимо в первую очередь соблюдать все правила, слушать инструкторов и обязательно оказывать поддержку и взаимопомощь друг другу. Приветствовали юных участников слета руководители Смоленской атомной электростанции, профсоюзной организации концерна «Роснергатом» и первичной организации САЭС, гости из Братской Республики Беларусь. После торжественной части мероприятия гости прошли в палаточный лагерь расположения участников слета. Они увидели, что условия жизни для юных патриотов практически приближены к полевым армейским. Есть полевая кухня, медицинский пункт, умывальники под открытым небом. И любое событие теперь, как в армии, будет начинаться с построения. Но это ребят не пугает. Они ждут интересных событий и мероприятий. Приехала в первый раз, впечатление положительное. Конечно, мы к этому были не готовы, это довольно сложно, но я уверена, что мы справимся и преодолеем это все. Конечно, хотелось бы научиться здесь чему-то новому, то, чему мы не можем научиться у нас в городе, в нашей школе, приобрести какие-то умения. Хотелось бы увидеть что-то новое и запоминающееся на всю жизнь. Белорусские друзья не первый раз принимают участие в военно-патриотическом слете. Они считают, что такое общение особенно развивает патриотизм и дружбу между братскими народами. Когда они приезжают, рассказывают свои впечатления. Впечатлений всегда масса. У нас очень приятное воспоминание о прошлых слетах. И, соответственно, дети стараются тянуться к уровню и приехать сюда в следующий раз. Это очень замечательно, я считаю. Для того, чтобы развивать вообще вот это вот движение все патриотическое и расширять границы. Каждый год на слет приезжают новички, а это значит, что традиции патриотического слета Отечества уже более 10 лет передаются от старшего поколения младшему.